Беседа, 56, 595, Бытие, 29-21. От любви, какой имел Иаков к Рахиле, перешедший вчера к любви и великой преданности апостола Павла ко Христу, мы были увлечены как бы некоторым быстрым потоком и не могли уже возвратиться к последовательному порядку слова. Поэтому ныне, если угодно, обратимся к тому, что следует, и восполним оставшееся недосказанным, так, чтобы и от нынешней беседы получить достаточную пользу и с тем разойтись по домам. Так как уже исполнилось 7 лет, и столь продолжительное время показалось Иакову, как день один. И сказал Яков Лавану: «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял Лаван дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков. Видишь ли, с каким благочинием в древности совершались браки? Послушайте вы, пристрастившиеся к сатанинским забавам и с самого начала опозоривающие честность брака, были ли тогда свирели, были ли кимвалы, были ли пляски бесовские? Скажи мне, зачем ты тотчас вводишь в дом такой срам и созываешь лицедеев и плясунов, чтобы этою безвременной роскошью и целомудрие девицы оскорблять и юношу сделать бесстыднее? И без таких распалений трудно этому возрасту спокойно выдерживать бурю страстей. А когда такие предметы через зрение, через слух еще более увеличивают костер, еще больше пламень производят в горниле страстей, как не потонуть тогда юношеской душе? Оттого во всем такое повреждение и растление, что преступление, сожительство с самого начала подрывается целомудрие, и часто с самого первого дня юноша, смотря на девицу невоздержанными очами, уже уязвлен в душе своей сатанинской стрелою, и девица через слух и зрение делается пленницей страсти. И с того же дня раны, более и более увеличиваясь, производят зло. И, во-первых, подрывается единомыслие между супругами и оскудевает их взаимная любовь. Когда муж обращается сердцем к другой, то, разделяясь в душе и управляемый уже самим дьяволом, наполняет свой дом всякой скорбью. А если и жена увлечется подобной же страстью, то все, так сказать, до самого дня перевертывается. Скрывая друг от друга, один подозревает жену, другая – мужа. Там, где надлежало быть согласию и единению, люди, которые должны быть плоть едина, сказано, доходят до такого разъединения между собой, как будто бы уже совсем разведены были. Превзошедший к ним дьявол производит в них такую пагубу, что у них каждый день война и сражение, и никогда нет покоя от бед. А что сказать о презрении к ним со стороны слуг, о посмеянии от соседей, о явном позоре? Как если кормчие враждуют между собою, то и плывущий на корабле подвергается опасностям, и самый корабль вместе с людьми должен потонуть. Так равно и здесь, если муж и жена враждуют между собою, то, естественно, и все домашние бедствуют. Поэтому умоляю вас, предвидя все это, не следуйте принятым обычаям. Знаю, что многие, ссылаясь на эти обычаи, не хотят и слушать наших слов. Несмотря на то, мы обязаны сказать, что полезно и что может избавить от будущих наказаний. Где столь великий вред для души? Для чего тут указываешь ты мне на обычаи? Вот и я предлагаю тебе обычаи, гораздо лучшие, соблюдавшиеся в древности, когда люди еще не имели таких понятий, как ныне, о благочестии. Не подумай, однако же, что я говорю здесь о праведном Иакове. Нет! Но представь себе, что Лаван – человек, еще преданный идолопоклонству, не имеющий никакого понятия о благочестии, обнаружил в себе такую мудрость, такое хорошее дело, это благочиние при бракосочетании Иакова с Лией, принадлежало не тому, кто вступал в брак с девицей, но отцу, выдававшему девицу за мужество. Поэтому я и заговорил об этом, направляя свою речь не столько против женихов, сколько против родителей жениха и невесты. Не безрассудно ли, что мы, пользующиеся столь великим человеколюбием Божиим, удостоены страшных и неизреченных таинств,
В этом отношении хуже Лавана, еще поклонявшегося идолам. Или не слышишь слов Павла, что брак есть таинство, есть образ той любви, которую Христос показал к церкви? Не будем же срамить самих себя, не будем нарушать досточтимости брака. Если что придумала хорошо и полезно, то хотя бы и обыкновения не было, пусть делается. А если то, что вами делается вредно и гибельно, хотя и обычай таков, надобно отвергнуть. Ведь если мы это допустим, тогда и воры, и любодеи, и всякий другой злодей будет ссылаться на обычай. Но от этого не будет ему никакой пользы, ни прощения, а будет тяжкое осуждение за то, что не мог преодолеть худого обычая. 597. Если захотим трезвиться и иметь большую заботливость о своем спасении, то можем отстать и от худого обычая и обратиться к обычаям добрым. Таким образом и потомкам своим мы дадим немалое побуждение подражать нам в этом, да и сами себе за их доброе поведение получим награду. Кто показал начало доброго пути, тот становится виновником и того, что другие делают по его примеру, и потому получает двойную награду и за то, что сам делает, и за то, что других привел к лучшему образу мыслей. Не говорите мне при этом те пустые и смешные слова, будто это есть нечто законное и потому должно быть соблюдаемо. Не это делает союз супружеский законным, а сожитие, сообразное законом Божиим. Целомудренное и честное, когда сожительствующие соединены между собою единодушием. Так понимают это и внешние гражданские законы. Спроси людей, занимающихся изучением их, и они скажут, что супружество составляет не иное что, как близость или приязнь. Не будем же приступать законов божеских вместе с человеческими и предпочитать им законы бесовские. И такой пагубный обычай, потому что это узаконение того, который всегда радуется нашей погибели. И что может быть нелепее этого обычая, когда муж и жена выслушивает от слуг и ничтожных людей неуместные шутки и разные насмешки, и никто не может запретить этого, когда всякому желающему позволяется без страха говорить все до самого вечера, забрасывать шутками жениха и невесту. Если бы в другое время вздумал кто издеваться, поносить, то его в суд, с него пение, ему беда. А тогда, когда особенно должно соблюдать благоговение, особенную благопристойность, скромность, тогда все наполняется бесстыдством. Так что можно подумать, что всем этим управляет дьявол. Но не огорчайтесь, прошу вас. Не без причины я вошел в это рассуждение, а потому что забочусь о вас, о вашем спасении, о вашем благонравии. И желаю, чтобы вы, показав перемену к лучшему, первые положили начало добрым обычаям. Было бы только положено начало, указан путь, и тогда с доброй, похвальной ревностью один другому будет в этом соревновать, и потом все будут хвалить вас. Не только жители этого города станут подражать этому прекрасному преобразованию, но и живущих вдали вы увлечете своим примером и сделаете их своими усердными подражателями. И таким образом сугубый венец получите от Бога за то, что по страху Божию и по заповеди Божией попрали такой бесовский обычай. Я твердо уверен, что вы с охотой примете этот совет наш и приведете его в дело. Вижу, с каким удовольствием вы слушаете слова мои, и из ваших рукоплесканий и похвал заключаю, что вы и на самом деле исправитесь. Довольствуясь поэтому сказанным, обращаясь к продолжению прежнего слова. Вечером же взял Лаван дочь свою Илии и вел ее к нему, и вошел к ней Яков. Не оставим этого без внимания. И отсюда многое можно узнать. Во-первых, про сосердечие Якова, как он, будучи чушь всякого лукавства, был обманут. Во-вторых, как тогда все делалось с великим благоприличием, не было нигде ни плясок, ни свистельников, ни светильников, ни другого какого-либо освещения сверх нужды, почему и совершился обман Лавана. Впрочем, можно заметить здесь и любовь Лавана к Якову, потому что он придумал это для того, чтобы долей удержать при себе праведника. Лаван знал, что Яков пламенел любовью к другой, и что если бы получил ту, которую желал, то не оставался бы еще служить и жить с ними ради Лии. Поэтому Лаван, замечая доброе свойство этого мужа и понимая,
что иначе нельзя склонить и убедить его к тому, употребил такой обман и дал ему Лию вместе с Зельфою рабою. А потом, когда праведник требовал у него объяснения, почему он так обманул его, Лаван высказал благовидное оправдание. Стих 25. Утром же оказалось, что это Лия. И Яков сказал Лавану: «Что это ты сделал со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня?» Лаван сказал: «В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой. Потом дадим тебе и ту за службу, которой ты будешь служить у меня еще 7 лет других». Видишь, что это именно и было целью, для которой он все так устроил. Зная любовь Якова к девице, он говорит: «Не подумай, что ты обижен. Я поступил так, потому что у нас есть закон сперва старшую дочь выдавать за мужество. Но ты можешь взять за себя и ту, которую любишь, если из-за нее будешь столько же лет работать». Выслушав это, праведник с готовностью согласился на все. И после других 7 лет дал ему, сказано, Лаван Рахиль, дочь свою, в жену. 599. Здесь видишь опять, что дела брачные совершались в древности со всяким благоприличием. Но когда слышишь, что Яков взял за себя старшую, а потом младшую, не смущайся и не суди о тогдашних делах по нынешним обстоятельствам. Тогда, как времена были еще первобытные, начальные, дозволяло сочетоваться с 2-3 женами, и еще более, для распространения человеческого рода. Ныне же, по благодати Божией, и род человеческий уже распространился в великом множестве, и приспеяние в добродетели возросло. Христос, пришедший на землю, насадив между людьми добродетель, сделав из людей, так сказать, ангелов, искоренил все подобные обычаи древности. Видишь, как не следует основываться на обычае, а везде изыскивать полезное. Вот этот обычай многоженства был нехорош, он искоренен, и теперь уже никому не позволительно ссылаться на него. Поэтому ни в чем не смотри на обычаи, а изыскивай всегда полезное, не душевредное. Если что оказывается хорошим, хотя бы не было в обычае, пусть будет у нас. А если что пагубно, хотя бы и в обычае было, будем избегать и отвращать от того. И дал Лаван служанку свою Валлу, служанке дочери своей Рахили. Видишь, какое благоразумие. Были ли тут толпы слуг? Были ли записи, договоры, смешные условия такие? Если то-то будет, если то-то случится. Еще прежде супружество, не зная, доживут ли вступающие в брак до вечера, немедленно договариваются в записях о том, что будет спустя долгое время, как-то, если, говорят, умрет бездетен, если оставит после себя детей и тому подобное. Но там в древности ничего такого не было. Отец дал каждой дочери по одной служанке и с тем выдал замужество своих дочерей. Яков вошел к Рахиле и любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него еще 7 лет других. Так как с самого начала Яков сильно возлюбил Рахиль за красоту ее, а между тем с трудом успел достигнуть желаемого, то и любил ее, как сказано, более, нежели Лию. Итак, красота Рахили возбудила его, в нем любовь к ней. Но заметьте, здесь неизреченное человеколюбие Господа. Как мало-помалу он приводит в исполнение обетования свои. Он сказал: «Буду с тобой, сохраню тебя на всяком пути, куда ты пойдешь, и возвращу тебя и размножу». И теперь все так и устрояет. Чтобы убедиться в этом, послушай, как ясно говорит об этом само Божественное Писание. Господь Бог узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, и Рахиль была неплодна. Лия зачала и родила Якову сына, нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она: «Господь презрел на мое бедствие и дал мне сына, ибо теперь будет любить меня муж мой». Замечай благопромыслительную премудрость Божию. Так как одна привлекала к себе благорасположение мужа красотою, а другая, лишенная красоты, казалась нелюбимою, то Бог этой последней подает чадородие, а в той заключает утробу, то и другое устрояя по свойственному ему человеколюбию, чтобы одна имела некоторое утешение от рождаемых ею детей, привлекая к себе любовь мужа, а другая по причине красоты и благообразия не восставала против сестры. И отверг сказанное Господь, ложесна ее. Научись из этого, возлюбленный, что Творец всего есть и правитель всего, и естество возбуждает Он,
к чадорождению, и что сожитие остается бесплодным, как скоро нет помощи свыше. Для того и сказано: «Отверз ложи сна ее», чтобы мы знали, что сам Господь благоволил даровать Лии силу чадородия для утешения ее в скорби. Он сам образует и животворит плод во чреве матери, как и Давид сказал: «Извел меня из чрева матери моей». И заметь, как Божественное Писание показывает нам, что Творец природы производит собственную силу и то, и другое, и возбуждает у одной способность чадородия, а у Рахили удерживает. Он есть владыка естества, и потому беспрепятственно совершает все. И зачала Лия, и родила. Посмотри, как признательна эта жена. Господь, говорит она, видя смирение мое, даровал мне чадо, чтобы ради его я могла быть любима мужем. Заметь же, с какой щедростью человеколюбивый Бог вознаграждает ее, желая и потомство праведника умножить, вместе и Лию сделать более любезной для Якова. И зачала Лия опять, и родила Якову второго сына, и сказала: «Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего, и нарекла ему имя Симеон». Смотри, как за каждое чадо благодарит она Господа, и как признательна за благодеяние. «Услышал Господь, — говорит она, — что я ненавидима, и дал мне еще чадо, и потому нарекла ему имя Симеон». Видишь, что она даже и имена нарекает рождающимся не просто и как случилось. Она назвала сына Симеоном, потому что услышал ее Господь. Имя-то на еврейском языке значит «услышан». И зачала еще и родила сына, и сказала: «Теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов, от сего наречено ему имя Левий». Из слов этих можно, мне кажется, догадаться, что и рождением двух сынов Ли еще не могла привлечь к себе расположение мужа, что он все еще был вполне привязан к Рахиле. Потому Ли и говорит, что он будет привязан ко мне, то есть рождение третьего сына, может быть, пробудет в муже расположение ко мне, так как вот я родила уже трех ему сынов. И еще зачала и родила сына, и сказала: «Теперь-то я восхвалю Господа». Посему нарекла ему имя Иуда и перестала рождать. То есть возблагодарю и прославлю Господа за то, что Он дал мне еще четвертого сына, что даровал мне столь великое богатство. Насколько неблагообразие телесное могло вредить мне в расположении мужа, настолько рождение детей, дарованных мне человеколюбием Божиим, вознаграждает меня, рассеивает мою чрезмерную скорбь, утешая меня, ненавидимую, за недостаток красоты и нелюбовь мужа, обращая к сестре моей. Но, родив Иуду, говорит Сада, Лия перестала рождать. И увидела Рахиль, что она не рождает детей Якову, и позавидовала Рахиль сестре своей. И сказала Якову: «Дай мне детей, а если не так, я умираю». Неразумное требование, свойственное жене и душе, терзаемой ревностью. «Дай мне, дитя!» «Да разве не слышала ты, что не сожитие с мужем принесло чадородие сестре твоей, а Господь Бог видел, что она ненавидима, и отверз утробу ее? Почему же ты требуешь от мужа того, что выше природы, и, забывая владыку естества, обвиняешь мужа, который не может нисколько в этом помочь тебе? «Дай мне, дитя!» — говорит. «А если не так, я умираю». Ужасное зло, ревность. Она впадает даже в безумие, как испытала это и Рахиль. Смотря на кучу детей у сестры и думая о своем одиночестве, Рахиль не выносила этого позора, не могла удержать смущавших ее помыслов и произносит полные безумия слова. Может быть, она заметила в муже любовь к сестре и думая, что по этой самой причине она имела столь много детей, а она еще не родила ни одного и говорит мужу: «Дай мне детей». Потом, желая устрашить его, и прибавляет: «А если не так, я умираю». Что же на это, благочестивый Иаков? Иаков разгневался на Рахиль и сказал ей: «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» «Что ты, — говорит, — забыв владыку естества, укоряешь меня? Он лишил тебя плода чрева. Почему ты не просишь того, кто может открыть производительность природы и дать чреву способность чадорождения?»
Знай, что он лишил плода чрево твое, и сестре твоей даровал такую плодовитость. Итак, не требуй от меня того, чего я не могу дать и в чем я не властен. Если бы от меня зависело, я, конечно, предпочел бы тебя, сестре, имея к тебе больше благорасположения. Но так как я нисколько не могу помочь тебе в этом, хотя бы еще в 1000 раз более был расположен, то прибегни с прощением к тому, кто не плотству подвергает, но и разрешить его может. Смотри, как рассудителен праведник. Даже в гнев, приведенный словами жены, он дает ей ответ с великой мудростью, тщательно поучает ее, объясняя ей причину неплодства, дабы она, оставив Господа, не требовала от другого кого-либо того, что только он один может даровать. Узнав таким образом, что она от Бога лишена чадородия, и видя сестру, гордящуюся детьми, желая получить хотя малое утешение, говорит Иакову: «Ты вразумил меня теперь, что не по твоей вине я остаюсь бесчадною. Итак, возьми хотя рабу мою и дай мне от нее детей, чтобы я хотя малое утешение для себя могла найти в усыновлении рожденных от рабы». И дала она Валу, служанку свою, жену ему, и вошел к ней Яков. Вала, служанка Рахильна, зачала и родила Якову сына. И сказала Рахиль: «Судил мне Бог, услышал голос мой и дал мне сына». Посему нарекла ему имя Дан. Так как она получила некоторую отраду, когда родила рабыни, поэтому и дает сама имя дитять и благодарит Господа за его рождение. И еще зачала и родила Вала, служанка Рахильна, другого сына Якову. И сказала Рахиль: «Борьбою сильной боролась я с сестрой моею, и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим». Наконец, из примера рабыни она ясно уразумела, что не Яков был виной ее бесчадия, поэтому и воспитывает рожденных от рабы, как своих собственных детей. Сама дает им имена, находя в этом величайшее для себя самой утешение. Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою Зелфу и дала ей Якову в жену. 9. Она нарекла его именем Гада, и по тому самому, что исполнилось ее желание. 12. И еще зачала Зелфа служанка Лии и родила другого сына Якова, и сказала Лия: «К благу моему, ибо блаженной будет называть меня женщина», и нарекла ему имя Ассир. Видишь, что Илия усвояла себе детей, рожденных от рабыни, и даже называла себя блаженной и достойной ублажения по причине рождения их. Но посмотри, что затем последовало. И далее, как страсть ревности переходит то на ту, то на другую сторону, и мучит то одну, то другую жену. Рувим пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоровые яблоки в поле, и принес их Лии, матери своей. И Рахиль сказала Лии, сестре своей: «Дай мне мандрагоров, сына твоего». Но Лия сказала ей: «Неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься мандрагоров, сына моего?» Рахиль сказала: «Так пусть он ляжет с тобой эту ночь за мандрагоры сына твоего». Видишь ли, как ясно она обнаруживает этими словами душевную страсть. «Недовольно ли, — говорит, — тебе, что ты взяла мужа моего? Неужели возьмешь у мандрагоры сына моего? Дай, — говорит, — мне мандрагоров, и возьми сегодня мужа». Видишь, Яков оказался совершенно преданным любви к Рахиле. Хотя Лия родила ему так много детей, но сердце его расположено было к Рахиле. А если бы не было того, то как бы Лия могла терпеть жизнь вместе с сестрою? Как имеющая полную власть над мужем, она уступает мужа за мандрагоры и говорит: «Да будет он сегодня с тобой эту ночь за мандрагоры сына твоего. Исполни, — говорит, — желание мое относительно мандрагоров и возьми мужа». Когда пришел Яков, Лия, вышедшая навстречу ему, сказала: «Войди ко мне сегодня, ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего». И лег он с ней в ту ночь. И услышал Бог Лию, и она начала и родила Якову 5-го сына. И сказала Лия: «Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мою мужу моему, и нарекла имя ему Иссахар, что значит «возмездие». Послушал сказано Бог Лию. Поелику Бог видел, что Лия удручена скорбью и не пользуется расположением, то услышал ее, и она родила и сказала: «Я получила воздаяние за то, что отдала мужу свою рабу.
поэтому назвала сына Иссахаром. И еще зачала Лия и родила Якову шестого сына. И сказала Лия: «Бог дал мне прекрасный дар, теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему шесть сынов». И нарекла ему имя Завулон. Потом родила дочь и нарекла ей имя Дина. Наконец, я, говорит она, буду любезна мужу, потому что родила шесть сынов. И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачала и родила Якову сына, и сказала Рахиль: «Снял Бог позор мой». И нарекла ему имя Иосиф, сказавши: «Господь даст мне и другого сына». «Избавил меня Бог, — говорит она, — от поношения, разрешил мое неплодство, умилостился, дал силу чадородия чреву моему и освободил меня от бесчестия». Видит, как мало-помалу исполнялись обещания Божии. Вот какую большую семью детей имел теперь праведный по Божию о нем промышлению. Так как он показал великое терпение, с любовью перенося 14-летнее рабство, то Бог, вознаграждая благочестие праведника, помог ему до такой степени возвеличиться, что впоследствии он стал предметом зависти, как это мы увидим из последующих сказаний Священного Писания, которые я хотел бы ныне же обозреть. Но чтобы продолжительностью слова не отяготить слишком любви вашей, сбережем, если угодно, остальное на будущий раз. А теперь кончим беседу. Только убеждаю любовь вашу помнить сказанное, подражать древним в добродетелях, в бракосочетании сыновей, в выдаче дочерей в замужество и своими добродетелями преклонять к себе благоволение Божие. Если Бог будет благоволить нам, то хотя бы мы были на чужой стороне, хотя бы лишены были всего и никому не были известны, будем славнее всех. Нет блажения человека, которому помощь оказывается вышней рукою. Блаженный Иаков, пользуясь ее содействием, мало-помалу возвеличился до такой славы, что те самые, которые принимали его к себе как странника, стали ему завидовать. Позаботимся же и мы о том, чтобы удостоиться помощи свыше, и не будем прибегать к человеческому могуществу, искать защиту у него. Ничто так мало ненадежно, как эта защита, что довольно доказывает нам опыт и дел человеческих. Каждый день мы видим быстрые перемены, видим, как все превращается, и тот, кто недавно был наверху благоденствия, внезапно не спадает до крайней бедствия и часто терпит участь осужденных. Каким же безумием было бы искать покровительство людей, которые сами находятся в такой неизвестности о своей судьбе и не могут располагать с уверенностью даже своими собственными делами. Поэтому устраним себя от всякого человеческого покровительства, вспомнив и слова пророка: «Проклят человек, который надеется на человека» — Иеремия 17:5. Видишь, что не только безрассуден такой человек, но проклят за то, что, оставив Господа всяческих, обратился к подобному себе рабу, который сам для себя недовольно силен. Будем избегать этого проклятия, умоляю вас, и всю надежду возложим на Бога. Это надежда твердая, непоколебимая, не подвергающаяся изменению, как надежда на людей. Здесь или смерть пресекает покровительство и прибегающих к нему оставляет нагими и лишенными всего, или прежде смерти, происшедшая в обстоятельствах перемена, делает все безуспешным и стоит с другой стороны. Такими примерами наполнена вся настоящая жизнь. Поэтому и недостойны прощения люди, которые после стольких опытов все еще полагаются на человеческое покровительство, а часто и от своих мнимых покровителей терпят тысячи скорбей. До такой степени возросла злоба, что часто и за услуги платят не тем, чем следует. Только у Бога всяческих все вопреки этому. Он постоянно благотворит нам, даже когда мы бываем неблагодарными. Он не лишает своего покрова, несмотря на неблагодарность нашу, и всегда действует только по собственному человеколюбию, которого да будем достойны все мы, благодатью Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.